А так что, кто-то густо, кто-то... Бабуля замутила уже с утра окрошечку мне. Да? Ты ж просил. А что тебе сейчас на завтра? Начисляй. А? Начисляй. Не понял. Мобилка у нее мой. Смотрите, какая вкуснятина, ё-моё. Сейчас как накуплю себе всего-всего, буду сладенькое жрать, как всегда. Так, ну чё, дядька Ванька затарил целый пакет вкусняшек и сладенького. Сейчас кто-то будет смотреть кинчик и жрать сладенькое. Значит, вышел только что я из маршрутки, и у меня такая переоценка ценностей, и у меня сразу созрел к вам вопрос. Ребят, вы вообще живете или выживаете, или существуете? Ответьте честно, интересно. Ребят, чтобы добиться успеха, необходимо иногда выходить из зоны комфорта. Это очень важно. Некоторые, наверное, поймут, о чем я имею в виду. Ребята, вы мне часто пишите, расскажите о своих девайсах. Вот, смотрите, взял такой переходник на iPhone, вставляешь, можно вставлять зарядку, наушники. Вот, стоимостью всего лишь он 400. Если вы так сильно полюбили Кешу, сейчас я вам покажу, как я его дразню. Вот он сейчас уже будет выходить сразу. Смотри, он сейчас сразу свои колокольчики будет трогать. Кипиш, да? Сейчас смотрите, как надо заводить машины. Давай. Завелась красавица, а? Поехали. У меня два без рук устал.